Принято решение о прекращении проекта казат 2 р в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Министр доложил главе государства о том, что утверждены требования по качеству связи. Теперь для сети 3G-4G определены минимальные пороги качества. Профильным ведомством разработаны поправки в законодательство по распределению радиочастот в формате аукциона, что имеет важное значение в процессе перехода на 5G. Багдад Мусина рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение Егоф Мобайл». Кассамжимар Токаев поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг через данное приложение.